Всем приветик! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусную картошку в духовке. Готовится она быстро и легко, но это очень-очень вкусно. Берем килограмм картошки, почистить, помыть и порезать. Чем мельче вы порежете, тем быстрее она и приготовится. 6 зубчиков чеснока на чесночницу высыпаем картошки. Добавить 3 столовые ложки масла подсолнечного, чайную ложку соли и ложку вашей любимой приправы. Добавляем 3 столовые ложки майонеза. Майонез можете заменить кефиром или сметаной или йогуртом. Все хорошо перемешать и пересыпать в форму, в которой будете запекать. И добавить 100 мл воды. Еще раз хорошо перемешать и отправляем в разогретую духовку на 180 градусов. Где-то на час-полтора часа пусть запекается. Если вы накроете фольгой, то буквально 30-40 минут и ваша картошка будет готова. Вот так легко и просто мы с вами приготовили очень вкусную картошку с ароматом чеснока. Это нереально вкусно. Всем советую. Пока-пока!